Это у меня после бани прогулка вечерняя. Всем привет. Это Чолтак. Это дамба. Так она идет вокруг Чолтака. Это вот сам Чолтак. Вот такая тара. Ой, какое течение мощное, смотрите. Закатик. Это он центр Хештовки. Это вот вышка. 115 метров примерно она. Это красный такой в середине спорткомплекс. Это беленький ледовый дворец. А сейчас футбол там уже. Травка там искусственная зелененькая. Будем бегать играть. И вот такая дамба. Красота. Взяла старый так. Это у Чолтак такой красивый. Много домов новых построено, как по всей России. Дровишки тут у людей. Черемуха у нас зацвела сегодня. Я уже подъезжал, нюхал. Та же у нас есть, как и у вас, луна. Так у нас родная. Народ что-то здесь катается. Вот та туда уходит. Вон там видно поселок, где старый аэропорт. Огромный там поселок, вон дом видно один. За лесом не видно, там много-много-много домов. Такой шум Хештовки, послушайте. Там проходит от центра до Чолтака асфальт. Вот здесь заправка. И туда пошла дорога Венгерова, Чины. Вот здесь Омск, Москва, Украина, Сочи, Турция здесь у нас. Тут Чистоозерка, Карасук, Новосиб, Хабаровск там, Камчатка, Япония, Южная Корея. Тут у нас Китай, Казахстан. Здесь у нас Васюганское болото огромное вот здесь. Вот она, Орловка начинается здесь, через 60 километров. Вот Новый Васюган, Средний Васюган, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. Это такое у нас небо. Надо тепло буду искупаться после бани. Тара родная. С болота течет. Сюганских комаров уже много, смотрите, заедает меня. Второй день комары. О. Круто. Обожаю запах тара. Лечебно. Шею помажем. Шея постоянно болит. Андроз. Мы полечим тары. О, такая насыщенная вода. Торфом. Эту левую руку тоже полечим. Да, хорошо. Хорошо дома.